Сегодня в Чебоксарах состоялась горячая линия по вопросам ЖКХ. На вопросы горожан отвечали специалисты Минстроя, жилищной инспекции, госслужбы по конкурентной политике. Что больше всего волнует чебоксарцев, узнаете из следующего сюжета. Специалисты всех служб принимали звонки от горожан целых 2 часа. Дома у нас жарище 31-32 градуса. Звонки к инженеру, управляющей компании «Озона» результаты не приводят. Тепло у нас не убавляется. Дома жарище, окна, естественно, с кухни сутками не закрываются, мы греем улицу. За маленькую комнату 21 квадрат мы платим, за отопление только 1458. А в декабре, ноябре, декабре вообще 2000 с лишним было только у нас отопление. Это еще мимо квартплаты. Тут уже как бы идет некачественное предоставление коммунальной услуги, поэтому вам не откладывая дело в долгий ящик, обязательно надо составить акт. Вы можете пригласить инспекторов с госжилинспекции, они также осуществляют замер температурного режима. Будет составлен акт и будет дано предписание управляющей компании о том, чтобы они произвели перерасчет платы за некачественно оказанную услугу. Локальные проблемы – локальное решение. Жалобы и предложения поступают ежедневно. Когда просматривается единая проблема, организуются вот такие совместные горячие линии. На сегодняшний день одной из самых острых тем стал расчет платы за отопление. С нового отопительного сезона расчет платы производится, исходя из фактических объемов потребления тепловой энергии. Соответственно, в зимний период сегодня рост платы именно за эту услугу очень вырос. Поэтому людей, конечно, этот вопрос очень волнует. И второй, наиболее актуальный вопрос – это сегодня порядок начисления платы за горячее водоснабжение. За 2 часа работы горячей линии было принято более 30 звонков. Практически все они касались расчета размера платы за коммунальные услуги. Если вам не удалось задать интересующий вас вопрос, в Минстрое Чувашии работает горячая линия по понедельникам с 15 до 17. Телефоны 62 41 96 и 62 47 28.